История с продолжением. Против 27-летней югорчанки, которая на прошлой неделе пыталась пронести мимо кассы торгового центра товары на сумму 7 тысяч рублей, возбудили уголовное и административное дело за грабеж и мелкое хулиганство. Попытавшемуся ее остановить охраннику, женщина распылила в лицо перцовый баллончик. На помощь работнику магазина пришел его коллега. Вместе они задержали подозреваемую и передали ее полицейским. Оказалось, что в прошлом году жительница Солнечного четырежды привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Всего в ее активе как минимум 11 эпизодов преступной деятельности. Также была судима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сейчас ей грозит новое уголовное дело.